Всем привет! Меня зовут Лиза. Я SMM-специалист компании China Campus Network. В прошлом видео я рассказывала о том, как я попала в Китай, на каких программах я обучалась и провела небольшое сравнение между российской системой образования и китайской системой образования. А в этом видео я хочу рассказать про то, какая классная программа «Языковой лагерь». Если вы планируете учебу в Китае или просто поездку в Китай, но сомневаетесь, понравится вам или нет, то языковой лагерь может стать прекрасной возможностью для того, чтобы понять, насколько близко вам эта страна или нет. Языковой лагерь в Китае — это отличная возможность погрузиться в китайскую культуру, подтянуть язык и протестировать страну на собственном опыте. Один из плюсов языкового лагеря — это постоянное общение с носителями. Когда вы находитесь в языковой среде, общение помогает вам раскрепоститься и почувствовать себя намного увереннее, спокойнее, ведь когда вы общаетесь непосредственно с китайцами, вы можете спокойно применить новые слова и грамматические конструкции непосредственно на практике. Занятия в языковом лагере построены так, что вы общаетесь не только с носителем языка, но также и с ребятами из других стран, что позволяет расширить кругозор, узнать много нового о других культурах и также завести новых друзей со всего мира. Как проходит день в языковом лагере? Первая половина дня полностью посвящена учебе. На занятиях ребята учат новую лексику, общаются с одногруппниками, узнают новые правила, новые конструкции и пытаются применить свои знания на практике. А вторая половина дня полностью посвящена экскурсиям, культурным программам и развлечениям. От себя хочу добавить, что я была дважды на языковых летних программах, и я хочу сказать, что это довольно интересный опыт, потому что я ни разу не была до этого в Китае, и когда я отправилась на учебу, я совершенно по-иному взглянула на Китай и впоследствии связала свою жизнь с китайским языком и Китаем. Не забывайте, что в языковой лагерь можно поехать не только летом, но и зимой. Программа зимнего языкового лагеря не менее насыщенная и увлекательная, нежели летом. Вы также учитесь, вы также посещаете интересные места и ходите, посещаете мастер-классы. Напоследок хочу сказать, что поездка в языковой лагерь — это прекрасная возможность понять, нравится ли вам Китай или нет. Хотите ли вы в дальнейшем связывать свою судьбу с этой страной, поехать туда на учебу или даже на работу и в целом понять, узнать новый мир, новую культуру и поймать новое впечатление. Всем пока!